Здравствуйте, мы находимся на улице Советской, где сегодня построили новую детскую площадку. И как вы видите, на ней уже играют дети и убираются родители. Привет! Привет! Как тебя зовут? Никита. Сколько тебе лет? 5. Площадку когда поставили вас? Сегодня. Сегодня? Тебе нравится? Да. У нас есть новые качели, горка. Раньше у нас здесь только были эти качели. Мы очень долго этого ждали и вообще мечтали, все просто об этом просили. А дети раньше чем занимались? Ну что, дети бегали, играли, а сейчас вон они все при деле. Надо здесь убираться, надо крест ночной поставить.